фенотеп не знает только новичок в вейпинге. Это факт. Творение Rebuild the Anarchist претерпело немало изменений, но на этот раз мы, кажется, увидели адекватную версию, и имя ей LS. А адекватной она стала в основном из-за нормального обдува, так как фенотайп L, он был неимоверно огромным и вкуса там просто не было. Здесь производитель учел пожелания вейп-комьюнити и выпустил уменьшенную версию. Вдобавок к атомайзеру вы получите дриптоп, адаптер и 510-й дриптип, а также ремкомплект. Классика, ставшая наконец обязательной. Сам же фенотайп LS выглядит просто, но в духе прошлых версий. Фирменные гравировки с двух сторон и дриптоп плавной формы. Материал – сталь, обдув регулируется, две стойки. В общем, тут все стандартно. Никаких нововведений нет, только проверенные временем решения. Разочаровывает только любовь производителя к шестигранным винтам. Готовьтесь снова срывать головы. Намотку устанавливать, правда, непросто. Конечно, стойки не начинают болтаться, как в первой версии, но все-таки колодец мешает процессу, и поэтому придется немного покопаться. Зато сюда влезет даже самая сложная намотка. Прямоугольные отверстия внушительного размера подойдут даже для 0.8 кантала, а возможно и больше. Правда, смысла в этом нет, ведь дрипка все же компактная и с небольшой испарительной камерой, а значит ее удел вкус, и с этим она справляется впечатляюще. Конечно, не Петри, но очень неплохо. А фьюст, как многие знают, вообще решает все проблемы. Достаточно прикрыть обдув, и все будет на ура. В итоге у нас налицо долгая работа над ошибками. Делали-делали и, наконец, сделали. Не переборщили с обдувом, не стали играться с цветами и материалами. Только стальная и черная версия. Это и есть фенотайп в новом исполнении. Вкус есть, облака небольшие, да и цели такой не было. Мы благодарим Babylon Vape за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях.